Сердце стучится не из-за предвкушения скорой премьеры. «Золотой теленок» запланирован уже на начало апреля, а из-за того, что репетиции придется прервать. Театр уходит на каникулы из-за коронавируса. Последнюю неделю артисты работали в карантинном режиме. Поменялась сама работа. Мы работаем теперь. У нас будет первая половина дня или во второй половине дня. Ну, как бы репетиции, конечно, сократились. И в том числе массовых сцен стало меньше. Мы работаем больше парно. И, конечно, ходим в масках, стараемся не здороваться. К слову, войти в театр тоже стало сложнее. Нас пропустили только после того, как измерили температуру и обработали руки антисептиком. Из-за коронавируса сорвался концерт в честь юбилея музыкального театра. Его предварительно перенесли на 23 апреля. Сейчас артисты все еще встречаются со зрителем, только теперь онлайн. Ссылки на спектакли размещают в группах музыкального театра в социальных сетях. Мы показывали мюзикл «Первая любовь Дон Жуана» с 18.30 до 22.00. То есть можно было зайти в этот промежуток в любое время, ну там, собственно, ориентируясь на то, сколько длительность спектакля составляет. 2 часа. Ну, в среднем все спектакли по 2 часа, чуть больше, чуть меньше. Всего так покажут 5 спектаклей, все они старше 10 лет. Сегодня, к примеру, на Ютубе будут транслировать пластическую постановку «География любви». Зрители в сети наряду с благодарностями заказывают любимые архивные спектакли, но исполнить все пожелания невозможно. Дело в том, что когда мы транслируем спектакль, никто не отменяет авторского права. Правообладатели этих спектаклей, конечно, хотят получать за это свои отчисления. А так как мы все-таки на этом не зарабатываем, это является, да, увы, не нашей прибылью. Поэтому, конечно, нам сложно будет такие трансляции вести для всех спектаклей, о которых просят зрители. На онлайн-спектакли билеты покупать не нужно. На постановке живьем билеты уже начали возвращать в кассу театра, но это не обязательно. Они все еще гарантируют посадочное место в зале после того, как пандемия отступит. Дарья Демилер, Николай Шелко. День с толком.